Информационно-консультационный центр «Бакатто» Атбасы провел бесплатную выездную консультацию в одном из торговых центров Петропавловска для всех желающих. Юрист, специалисты Атбасы банка и палаты предпринимателей отвечали на интересующие вопросы североказахстанцев. За этот период мы приняли более 700 человек. И видя тенденцию, что людям нужна наша помощь, что они обращаются и в онлайн, и в офлайн формате, и даже с отдаленных регионов, в мессенджеры пишут, звонят в колл-центр. Мы решили провести выездное мероприятие. Наша цель – это охватить как можно больше людей реальной помощью, не для галочки. То есть мы хотим действительно помочь людям, которые нуждаются в этой помощи.